Здравствуйте! Первая неделя лета принесла много бытовых хлопот. Сегодня в выпуске о том, как выясняли причину массового отравления людей в Бесколе и могут ли местные власти дать гарантии, что такого больше не повторится. Когда все-таки появится вода в Пресновке? Почему плохо работают дачные маршруты? Зачем закрасили разрывы двойной сплошной по Назарбаева? Кто вырыл траншею вдоль кладбища в Новопавловке? И кто ответит за вырубленные деревья вдоль оживленной трассы в Бесколе? А еще на этой неделе важные для нашей страны даты, о них тоже поговорим. Это итоговая программа МТРК. Меня зовут Ульяна Ашимова. Начнем. На этой неделе тревожные новости пришли из соседнего Бесколя. Как минимум 130 жителей районного центра отравились водой из-под крана. Анализ показал значительное превышение числа микроорганизмов в пробах. По предварительной версии, воду, непригодную для питья, сделал ржавый старый водопровод. Сначала в больницу начали массово поступать дети. В четверг, по сообщению главного санитарного врача Кызылжарского района, в клинике еще находились 17 несовершеннолетних. С аналогичными жалобами на диарею, и рвоту и повышенную температуру обращались и взрослые. 130 пациентам поставили диагноз неуточненная энтеровирусная инфекция, а в пробах воды из домов пострадавших определили значительное превышение общего микробного числа. Насколько велико было это превышение, в санитарной службе не прокомментировали. В пробах был сплошной рост, подсчитать его не удается, заявил главный районный санврач Джангильды Ибраев. Не сообщил он и то, какие именно микроорганизмы оказались в питьевой воде. Для этого нужны дополнительные исследования, их никто не проводил. А по поводу того, как микробы попали в питьевую воду, версия есть. В Бесколе как минимум 30 километров водопровода давно выработали свой ресурс. Они изнутри покрыты ржавчиной, где-то прохудились. В водоподающем предприятии заявляют еще и о незаконных врезках, которые тоже могут нарушать целостность трассы. А плюс еще насосная станция, которая не справляется с растущим числом потребителей. Жаркая погода и слабое давление в трубах сделали свое дело. В теплой, влажной среде стали бурно развиваться микроорганизмы. В ночь на 2 июня проводили дезинфекцию системы. Повторные пробы, которые будут готовы только на следующей неделе, покажут, была ли эта мера эффективной. Специалисты не исключают того, что промывку придется проводить еще раз. Ну а пока жители Бесколя просят использовать только кипяченую или бутилированную воду. Дарья Пышминцева побывала в райцентре и узнала, что пострадавших от некачественной питьевой воды там гораздо больше, чем 130. Я обычно сырую воду пью. Это в четверг, как началось у меня, попила. И все. Я всю неделю болею. Мне уже столько лекарств садила дочка туда. И до сих пор я еще болею. Вот. Все. Я сижу на одних сухарях и на воде. Больше ничего не ем. Муж, дочь-то на работе была, до часу ночи она работает. Соскочил, говорит, иди посмотри, говорит, что-то с внучкой плохо. Я ее на руки, она вот так вот, прям вот, вы знаете, он затрясся у меня муж. Она, говорит, наверное, умирает. Я говорю, господи, у нее губы посинели. Это не передать было. Внучке уже вот 17, внуку 12. Внук вообще сильно заболел. Рвота была, он даже не успевал это до раковины добегать. Буквально дня два назад, как у них это прошло. А так больше недели у них это было. Люди, с которыми нам удалось побеседовать, в больницу не обращались. Советовались со знакомыми медиками, лечились дома. Только сами до конца не понимали, от чего. Если верить очевидцам, то со странными недомоганиями жители Бесколя столкнулись примерно неделю назад. Правда, не все из них переносили их в легкой форме. Поступило 105 экстренных извещений от Калужарской районной больницы. Что болеют жители поселка Бесколь? Имеются жалобы на диарею, повышение температуры, рвоту. Им не выставлен предварительный диагноз энтеровирусная инфекция неуточненная. На сегодняшний день госпитализировано 18 человек в лечебное учреждение. Из них один взрослый, 17 детей. Ко 2 июня общее число госпитализированных сельчан в Бесколе достигло 130. Тех пациентов, кто почувствовал себя лучше, отпустили домой. Им, как и остальным жителям райцентра, запретили пить сырую воду, исключительно кипяченую или бутилированную. Купаться в открытых водоемах бескольцам тоже нельзя. Создали при акимате района штаб по предотвращению распространения данной инфекции и также остро-кишечных инфекций. 2 числа в ночь базис Хром по рекомендации нашего штаба провел дезинфекционные работы. Посмотрите, какая вода.
Вот реально. Вот такая вода. Мы его не набирали с озера. Кадры, снятые с разницей в несколько дней. Все в том же Бесколе, красноречивее любых слов. Кажется, что из крана впалился квас или кока-кола, но точно не вода. Кызылжарские санврачи уверены, что причина всех последних проблем со здоровьем сельчан именно в ней. Лабораторные анализы это уже подтвердили. Проверку на бактериологические показатели живительная влага не прошла. Во время исследований количество микробов в ней постоянно росло, потому и провели дезинфекцию местных водопроводных сетей. То, в каком состоянии они сейчас, повод для отдельного разбирательства. 30 километров 70-го года построили. В этом году идет реконструкция на 17 километров. Это в основном вот где ЖЭК произошел, это старый Бишкуль. 360 миллионов было выделено. В этом году остаток средств, 170 миллионов в этом году предусмотрено на эти цели. По завершению будет переподключение. То есть у нас те абоненты, которые сидят на старой сети, будут переподключены. А когда жители Бесколя смогут без опаски пить воду? Местный санитарный врач объяснил, что в лучшем случае это станет известно в начале следующей недели, когда очередная партия анализов будет готова. Интересно, но и сам директор водоподающего предприятия Каирбек Нуралин заявил на брифинге в четверг, что неплохо бы людям использовать фильтры для питьевой воды. При этом отметив, что вода, которую они получают из водопроводов Есиль-Су, конечно, соответствует ГОСТу. Такая вот реальность. Пить воду из-под крана опасно для здоровья. С этой ситуацией справиться, скорее всего, в ближайшие дни. Микробов в воде уничтожат, и показатели снова будут в норме. Но гарантии того, что этого больше не повторится, никто не дает. Районные власти обещают заменить до конца года лишь 17 километров водопровода из 30 ветхих. Но проект на этом не закончится. Нужно будет еще какое-то время на подключение абонентов к новым трассам. И Каирбек Нуралин сказал прямо, в этом году они эту работу провести не успеют. При этом отключать людей от старого водопровода никто не будет. Тогда жители Бесколя останутся вовсе без воды. В район акимате соглашаются с тем, что это риск, но идут на него осознанно. А в другой части области, в Пресновке, другая водная проблема. Люди доведены до отчаяния постоянными перебоями с водой. Проблеме этой не один год, но главное то, что жители целого райцентра стали заложниками ситуации, повлиять на которую не могут ни они сами, ни даже местные власти. Все дело в затянувшейся реконструкции Пресновского группового водопровода. Этот проект стартовал еще 7 лет назад, чистой питьевой водой должны были быть обеспечены 15 сел в Жамбылском, Есильском и Мамлютском районах, где проживают 30 тысяч человек. Но в последние несколько лет работа застопорилась. Огромные деньги не осваивались должным образом. Заводились уголовные дела. В качестве санкций следующие транши не выделялись. К слову, бюджет проекта ни много ни мало – 7,8 миллиардов тенге. За 6 лет из 185 километров труб были уложены только 76. И пока Комитет водных ресурсов Минэкологии вместе с Казводхозом, генеральным подрядчиком, пытаются осилить этот проект, в североказахстанских селах люди собирают драгоценную воду, таскают фляги и терпят уже, кажется, из последних сил. Еще в мае прошлого года на одном из совещаний представители РГП и Сельсу заверили, что работы по реконструкции Пресновского группового водопровода будут закончены в сентябре 2020 года. Но и спустя год после того совещания проект не закончен. Главное, что разводящие сети внутри сел в регионе построили, и многие даже завели воду в дома. Но магистралей и насосных станций нет, так что все это пока зря. В этом году снова звучат заверения о скором завершении проекта и даже называют дату 1 июля. Но это вовсе не означает того, что на следующий день все проблемы жителей Пресновки решатся. Дальше последует процедура переоформления документов, ввод в эксплуатацию. В общем, местные власти говорят о том, что уж не раньше, чем к концу года в райцентре появится нормальное водоснабжение. Готовы ли жители еще ждать в материале Жанны Эльвисенбаевой? Нам приходится ночью набирать фляги, чтобы на день у нас было попить и постирать. Все ведра, которые есть в доме Аллы Лихачевой, наполнены водой. Тревога, что краны могут в какой-то момент просто перекрыть, не покидает 50-летнюю женщину уже несколько лет. Случаи, когда питьевая вода днями не поступала в дома жителей села Пресновки Жамбылского района, бывали. Последний месяц живительную влагу здесь подают по графику с 7 до 10 утра, а потом несколько часов вечером. Вот так по капле мы собираем воду. А то вообще нету.
4 года у нас проблема. Лето у нас воды нету. Мы не можем привести ни внуков, ни детей. Мы их нечем даже будет помыть и, как говорится, покормить. А еще поливать огород, говорит Алла. Впервые на ее участке не взойдет урожай. Обойтись в этом году без грядок решили многие пресновцы. На центральной площади собрались те, кто устал от сухих кранов в доме. Когда будет нормальная подача воды? Единственный вопрос, который их волнует на протяжении нескольких лет. Я хочу с работы прийти умыться. Не в тазике одной водой, чтобы вся семья, а чистой водой умыться и попить чистую воду. Если сейчас пандемия, как говорится, мы должны мыть руки с мылом. А чем мы ее будем мыть? 19-й год воды не было. Именно летом. Тяжелые, очень тяжелые жизненные условия. Мы живем в сельской местности. Как кружкой воды мы должны пользоваться? Пользоваться не одной кружкой, но все же экономить, призывают в районном акимате. Дело в том, что технические возможности скважины, из которой поступает вода, ограничены. На 6 тысяч человек ее одной мало, признается аким Жамбылского района Марат Искендиров. Местные власти предлагали увеличить объемы подачи воды за счет насосов. Но и этого сделать нельзя, не выдержат трубы. В самом водоводе около 200 кубов постоянно должно быть, чтобы не досуха, чтобы когда подача идет, чтобы до каждого уголка. У нас два больших этих населенных, ну как окраин, так называемый рабочий поселок и Новый Михал, где вода по водопроводу не доходит. Если в 2018 году было 900 людей подвели воду до дома, сейчас их 1300. Однако возможность устранить причину непостоянной подачи воды можно групповым Ельсинским водопроводом. Его строительством занимаются уже 7 лет. В 2020-м работу подрядчики должны были завершить, но не успели. Не было готово одно из ответвлений, а именно в Амлютский район. По словам Марата Искендирова, в эксплуатацию водопровод ведут уже с 1 июля. Еще несколько месяцев понадобится на технические работы. 1 июля начнется передача, они должны сдать объекты Ельсинскому групповому водопроводу. Там есть процесс переоформления документации, то есть Ельсинсу должен взять себе на баланс. Когда он возьмет на баланс, мы с ними вместе должны отработать, так как мы у них уже будем покупать воду. Местные власти заверяют, все работы завершат до конца этого года. А у жителей Петропавловска с наступлением лета тоже забот прибавилось. Оказывается, для того, чтобы рядом с домом привели в порядок дорогу, нужно не ждать с моря погоды, а отправиться в городской акимат с заявлением. Наша улица была очень грязная, мы пробовали сами ее засыпать, но все равно ничего не получалось. В феврале этого года я пошла в акимат и написала заявление в 5-м кабинете. Все очень культурно меня приняли, приняли заявление и сказали, в мае будут рассматривать. И вот нам засыпали дорогу, мы очень довольны. Нужно отметить, что все работы выполняются по заявлениям жителей и также после встреч с населением акима города Булата Жумабекова. Для того, чтобы написать заявление на щебневание улиц, нужно будет приехать в городской акимат, в отдел ЖКХ и написать заявление. В городском акимате сообщают, что планируется охватить 100 улиц в порядке очереди. А вот другую проблему так легко и быстро решить не получается. Даже больше она усугубляется, чем дальше, тем сильнее. Общественный транспорт, который и без того находится в весьма плачевном состоянии, до сих пор не может оправиться после карантинных ограничений. Легальный бизнес перевозчиков просел по всем фронтам. Про городские маршруты мы уже неоднократно говорили. Дачные автобусы, сообщения между селами и междугородние перевозки. Автовокзал Петропавловска на грани закрытия, его, правда, сняли с продажи, но дела там по-прежнему идут плохо. Еще в конце апреля на заседании общественного совета перевозчики, которые обслуживают дачные маршруты, заявляли, что они в этом сезоне будут нести большие финансовые потери. Жаловались на подорожавшее топливо и запчасти и на тариф, который не менялся с 2017 года. Предупреждали, что не смогут работать в докарантинном графике и будут вынуждены сократить количество рейсов. В городском акимате планировали сделать 9 пригородных и еще 13 дачных маршрутов социально значимыми, то есть субсидировать часть цены на билеты перевозчикам. Но, судя по тому, как плохо ходят дачные маршруты, это так и осталось планами. А вот как сейчас, уже в разгар дачного сезона собираются решать проблему, выяснила Жанель Висенбаева. Ольга Еременко вот уже несколько месяцев до своей дачи добирается пешком. Чтобы попасть к своему участку, 66-летней пенсионерке приходится доезжать на другом автобусе, а потом вот по этой дороге идти еще 2 километра. Проезжая часть опасна беспрерывным потоком машин и отсутствием тротуаров.
Как мы можем ехать? На чем мы можем ехать? Мы идем с 21-го через мост без тротуаров, без знаков. Там ни одного знака вот на Заречной нет. Ни одного знака. Машины вот так вот. Одна за одной на такой скорости летят, как будто их ошпарили. Идешь и боишься. С такой ситуацией дачники поселка Заречный столкнулись в этом году. Раньше до своих кооперативов они добирались на маршруте номер 2. Сейчас же он курсирует. Только ждать автобус горожане вынуждены по несколько часов, а выходные дни еще дольше. Такого безобразия, как нынче, ни разу не было. Это вот потому что, как, пока был сын, а теперь в России, никто нас не возит. А как нам быть? Бросать? Ну, простите, город нас не прокормит. Я приезжаю на дачу каждый день. Вот, обязательно вторник, четверг. Это поливные дни. Но автобусы ходят у нас, двойка. Она закругляет свою работу, заканчивает около 20 минут последний автобус. Вот, поэтому в это время идет вода. Поэтому мы никак не можем успеть. Езжу на дачу, автобус, особенно пятницу, субботу, воскресенье, вообще один или два автобуса. Чтобы идти на шестерку, 1,5 километра. Мне 70 лет. Я не смогу идти. Мне тяжело. Почему не ходят? С таким вопросом горожане не раз обращались в городской акимат. Здесь ситуацию комментируют нехваткой водителей. Некоторые из них просто не выходят на маршруты. Ежедневно курсируют только 5 автобусов. Автобус не прорабатывает полностью свой маршрут. На сегодняшний момент отделом ЖКХ было послано предписание подрядчику о том, что будет расторгнуто соглашение с ним. Сейчас мы ищем альтернативные варианты. Как только они будут найдены, то контракт будет расторгнут. Найдут или нет, никому неизвестно. Пока дачникам и жителям Заречного остается только ждать. Они надеются, что альтернативные варианты все же найдутся, и им не придется преодолевать такие препятствия. Новые препятствия на этой неделе обнаружили и петропавловские водители. В департаменте полиции всерьез озаботились обеспечением безопасности дорожного движения. На этой неделе, в первые дни лета, стражи порядка даже провели в социальных сетях специальный прямой эфир на эту тему. Дороги летом становятся более напряженными, машин больше, а еще велосипедистов и водителей скутеров. Полноценными участниками дорожного движения становятся люди на электросамокатах. И обеспечить их безопасность в потоке автомобилей становится все сложнее. Но разъяснительной работой в полицейском ведомстве решили не ограничиваться. Сначала на одном участке нарисовали несуществующую в правилах ярко-желтую двойную сплошную линию, заявив, что это эксперимент, а затем на одной из самых оживленных улиц Назарбаева закрасили привычные разрывы сплошных линий для въездов во дворы. Полицейские предлагают разворачиваться на ближайших перекрестках, заявляя, что это позволит значительно обезопасить дорожное движение. Однако эти доводы, не подкрепленные никакой статистикой, не смогли убедить петропавловских водителей в том, что это сделано с заботой об их безопасности. Сейчас двойная сплошная нанесена на участке протяженностью почти 4 километра, а раньше здесь было 40 разрывов, то есть почти каждые 100 метров. В социальных сетях водители вылили целый поток возмущений тем, что развороты на регулируемых перекрестках только увеличивают напряженность дорожного движения, создавая заторы на левой полосе. Впрочем, были и те, кто новую разметку приветствовал. В основном, правда, это новые пользователи Фейсбука. А спустя 2 дня после начала эксперимента начальник департамента полиции Марат Тулебаев сообщил в одном из своих комментариев в Фейсбуке, что проведенный анализ 2 дней показывает, что пропускная способность улицы Назарбаева увеличилась и уменьшились заторовые ситуации. Вдохновленные этим успехом, полицейские намерены закрасить разрывы двойной сплошной еще на 5 улицах небольшого Петропавловска – Интернациональной, Абая, Пушкина, Жабая и Сутюшева. Доводы полицейских и водителей выслушала Жанель Бесенбаева. Центр города – красивая, еще свежая дорожная разметка. Все бы ничего, только вот неделю назад по улице Назарбаева этих полос и не было вовсе. Теперь заехать во двор или в привычный для автолюбителей магазин нельзя. Разрывы закрашены двойными сплошными. Чтобы добраться до желаемого места, нужно ехать дальше и развернуться на ближайшем перекрестке. Маневр можно совершить и перед некоторыми пешеходными переходами. Изменения участники дорожного движения восприняли по-разному. Где-то нужно заехать, где-то нужно развернуться. Этого сделать нельзя, как по автобаму едешь неизвестно сколько километров для того, чтобы развернуться. Или приходится разворачиваться на светофоре, это приносит неудобство всем другим. Это затрудняет движение. Конечно, это неудобно. Удобно? Нет, это неудобно. Почему?
Ну, потому что приходится разворачиваться, делать большой круг. Обычно там из-за этого пробки собираются. Я считаю, нормально. Как большие города, как в Астане, то же самое. Мелкие выезды мешают. А еще предотвращают заторы и уменьшают риски возможных дорожно-транспортных происшествий, заверяют стражи порядка. За последние годы число аварий в областном центре увеличилось в разы. В текущем только на улице Назарбаева в подобные столкновения попали 4 водителя. По полотну протяженностью почти в 4 километра разрывы встречались через каждые 100 метров. 1 июня их число сократили до 9. Это делается исключительно в целях безопасности граждан и нашего населения, гостей нашего города. Также для безопасности детей, которые передвигаются по тротуарам и пешеходам. На сегодняшний день мы уже за эти 2 дня провели анализ пропускной способности данного участка улицы. Она значительно увеличилась. Кроме того, за 2 дня полицейские даже успели проанализировать статистику аварий. Их не зафиксировали. Наблюдать ситуацию специалисты будут еще около недели. В случае положительной динамики разрывы закрасят и на других улицах, где есть двойная сплошная. Ну а эксперимент с двойной сплошной желтого цвета, нанесенной на участке более километра по Сатпаева, пока продолжается. Она, по предположениям полицейских, более заметна для водителей и сможет снизить число нарушений ПДД. В местном полицейском ведомстве настолько решительно настроены, что в результате положительных результатов эксперимента планируют внесение изменений в правила дорожного движения. Но если эти сплошные эксперименты, несмотря на неоднозначную реакцию людей, тем не менее продолжаются, то другие народные возмущения были приняты во внимание. Я напомню, в эти дни развернулась целая драма вокруг посадок вдоль трассы в Бесколе. Многолетние деревья, которые защищают местных жителей от пыли и шума скоростной дороги, вдруг начали пилить. Оказалось, что это на полных правах делает предприниматель, которому выдали здесь землю для строительства кафе. Правда, сначала участок передали во временное пользование всего на 5 лет, а уже в марте этого года решением районной земельной комиссии изменили его назначение. И бизнесмен приступил к строительству, предварительно избавившись от мешающих ему деревьев. При этом предприниматель, конечно, не самовольничал. Так что здесь вопросы в первую очередь к районным чиновникам, которые посчитали такие действия допустимыми. Однако местные жители с таким посягательством на их комфортное обитание не согласились и подняли шум. И в четверг аким области Кумар Аксакалов написал в своих социальных сетях буквально следующее. «Считаю недопустимым вырубку деревьев лесопосадки села Бесколь Кызылжарского района. Областное управление земельной инспекции в ходе проверки выявило нарушение при предоставлении земельного участка. Сейчас готовится иск в суд о признании недействительными и отмене договоров аренды и купли продажи земельных участков. Виновные лица должны понести наказание». И еще один коммунальный инцидент на этой неделе. В пятницу социальные сети заполонили возмущение петропавловцев вдоль кладбища в Новопавловке. Для чего-то вырыли глубокую траншею. Кому и зачем понадобилось проводить такие масштабные земляные работы, выяснила наша съемочная группа. Остановка в конце улицы. Остановка в конце улицы. Противостояние почти не на жизнь, а на смерть. С криками и полным нежеланием принимать позиции друг друга. Старое кладбище в Новопавловке за небольшой промежуток времени наделало много шума в социальных сетях. А если быть точнее, глубокий ров рядом с ним. Некоторым дачникам он теперь просто-напросто преграждает путь к их участкам. Наталья при этом их переживания не разделяет и указывает совсем на другие проблемы. Кладбище – это погост, где захоронены наши предки. В первую очередь, это место, где это место памяти. Но никак не бульвар, по которому можно ходить. Поэтому есть дороги. Долгий период это кладбище было запущено, и производились неконтролируемые захоронения, огромное количество мусора, от которого в первую очередь страдают именно дачные участки вокруг, потому что в первую очередь мусор летит на эти дачные участки. В соседстве с бомжами, любителями поживиться металлом, женщина тоже не видит ничего хорошего. Теперь людям с корыстными намерениями попасть на кладбище будет сложно. Ведь вход сейчас один, центральный, а там охрана. Мы взаимодействуем с полицией города Петропавловска. Совместно мы разработали план по установлению видеокамер, видеонаблюдения скрытых камер на территории кладбища. С 2017 года кладбище закрыто, но до нынешнего дня производятся незаконные захоронения на данном кладбище. Кстати, ее некоторые дачники предпочитают использовать рационально. Зачем добру пропадать? Здесь кусочек кладбища кто-то забрал под мини-участок. Подошли практично.
Начаты работы по выполнению ограждающего санитарного рва, он будет 3 метра, с дачных массивов, со стороны дачных массивов также. А с другой стороны забор будет, который 2 метра. Не раз и на прием акима города обращали жители, также по номеру 109 часто поступают звонки. Только теперь в справочной службе люди все чаще интересуются, зачем на кладбище в Новопавловке сделали ров. Ответов больше, чем вопросов. Полностью место для погребения умерших планируют оградить к концу июля. Мы продолжаем программу и к другим темам. В четверг вечером государственные флаги украсили балконы 3 пятиэтажек Петропавловска. Люди отмечали День государственных символов. Как пояснили в пресс-службе городского акимата, это исключительно гражданская инициатива. Все расходы люди взяли на себя, а в акимате только лишь выдали им разрешение. При этом, по сообщению той же пресс-службы, горожане убедительно просили не разглашать их имен. Душевный порыв повесить государственный флаг вполне понятен, а вот желание сделать это анонимно вовсе нет. Дело в том, что еще в октябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотреть законодательство в вопросе использования государственных символов. И 27 ноября правительство страны внесло изменения в свое постановление от 2007 года, и теперь эта норма выглядит так. Государственный флаг Республики Казахстан может использоваться, устанавливаться, размещаться физическими и юридическими лицами на зданиях, жилищах и нежилых помещениях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны и ее граждан. В общем, теперь подобные акты патриотизма не влекут за собой никаких административных наказаний, как прежде, а скорее наоборот. Ко дню государственных символов успели завершить реконструкцию композиции с госсимволами на Центральной площади, и ранним утром в пятницу состоялась церемония торжественного поднятия флага. Вот так отметили в Петропавловске День государственных символов в условиях измененных правил их использования, а активисты из числа молодежи организовали акцию, которая позволила прохожим узнать или вспомнить о государственных символах чуть больше. Каждый гражданин Республики Казахстан несет в своем сердце 3 символики независимого государства – герб, гимн и флаг. И, несомненно, каждый обязан знать их значение и историю создания. К примеру, цвет флага Казахстана означает чистое небо, мир и благополучие. Единый цвет фона – единство страны. Любой прохожий мог проверить свои знания в викторине, посвященной Дню государственной символики Республики Казахстан. Кто является одним из авторов гимна? Молодцы, такие знатоки. За правильные ответы участники получают сладкий приз – шоколадку с изображением флага Казахстана. А чтобы узнать что-то новое или не забыть старые знания, активисты вручали памятку с информацией о госсимволике. В этот праздник подарки получили и автолюбители. Молодежный ресурсный центр Петропавловска провел акцию «Минентуем». Мы стараемся отмечать праздник каждый год. Традиционно вывешиваем флаг на балконах дома. В связи с пандемией мы отложили некоторые мероприятия. Сейчас, чтобы разбудить патриотические чувства молодежи и населения в целом, мы раздаем флаги и выкладываем ролики в социальных сетях. Несмотря на прохладную погоду, волонтеров собралась целая команда. Они поднимали патриотический дух своих соотечественников. Благодаря им около 500 флажков украсили автомобили горожан. Продолжаем программу. Важная дата этой недели – День памяти жертв политических репрессий. В 1997 году эта дата была утверждена указом президента Республики Казахстан, и с тех пор она имеет особый смысл для нашей страны.
Так сложилась история, что республика стала местом депортации для огромного числа советских граждан. По всей территории было построено 11 концлагерей. Там отбывали наказание более миллиона человек. Только за 1937-1938 годы в республике были незаконно осуждены более 100 тысяч человек. Четверть из них были приговорены к смертной казни. Но подсчитать точное количество жертв и пострадавших от репрессий крайне сложно. Сколько людей было расстреляно даже без заведения уголовного дела, без суда и следствия, как тяжело приходилось их родственникам. Одной из самых мрачных страниц отечественной истории назвал те события президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к гражданам страны 31 мая. Но обращать к ним свою память, сделать их неотъемлемой частью нашей национальной идентичности, крайне важно. Это значит, что исторический урок усвоен, и что подобные гуманитарные катастрофы не смогут повториться в нашем государстве. В настоящее время лагеря Карлак и Алжир превращены в исторические мемориальные комплексы. С обретением независимости была начата кропотливая работа по реабилитации жертв политических репрессий. Доброе имя вновь обрели тысячи казахстанцев. В прошлом году для завершения этой работы была создана государственная комиссия. Перед ней стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев. И, как сказал Касым-Жомарт Токаев, это не то, только обязанность государства, но и моральный долг общества. При Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий были созданы и региональные рабочие группы. Они занимаются поиском людей, которые еще не реабилитированы. К числу таких категорий на сегодняшний день относятся те, которых уже реабилитировали, но, к сожалению, не все прошли. Люди, есть те, которые остались, значит, вот вне этой реабилитации, поэтому некоторые категории, они сейчас будут повторно пересматриваться и дополняться именно новыми фамилиями и именами. В Североказахстанском государственном архиве хранится более 700 тысяч документов репрессированных. Из них свыше 2 тысяч человек приговорили к расстрелу. Специалисты пополняют электронную базу данных репрессированных и реабилитированных на протяжении 10 лет. В архиве хранятся личные дела представителей казахской интеллигенции, среди них Макжан Жумабаев, Смагул Садвакасов и многие другие. В этом году на мемориальную доску, расположенную возле Русского драматического театра имени Погодина, занесены имена двух братьев Макжана Жумабаева. С 1936 по 1944 год в нашу область были депортированы представители различных этносов. Это поляки, немцы, корейцы, чечены-ингуши, народы Северного Кавказа. Их более 130 тысяч человек. Изначально у нас была цифра 21 тысяча человек, которые были депортированы, поляки. Но изучив в этом году, мы дополнили этот список, и этот список доходит до 60 тысяч депортированных поляков в нашу область. Сейчас, из 2021 года, эти события выглядят совершенно дикими, и никакими государственными интересами нельзя это оправдать. Пройдя через тяжелейшие испытания, наш народ, тем не менее, укрепился духом, стал сильнее в своем единстве и солидарности. Усвоив уроки истории, мы сделаем все, чтобы подобные трагедии никогда не повторились, сказал глава государства. Такова официальная политика нашей страны в отношении репрессий, и ровно такая же позиция абсолютного большинства граждан Казахстана. Это тот самый случай, когда в вопросе нет и не может быть разногласий. Это однозначно стоит осуждать и очень важно помнить. С теми, кто, несмотря на то, что это очень больно, хранит и передает память о семейных трагедиях, встретилась Дарья Пышмынцева. Премьера фильма о военном комиссаре Степного края, которого убили контрреволюционеры, состоялась 6 октября 1937 года. На первых рядах одного из кинотеатров Южной столицы должны были сидеть и наслаждаться художественной работой Амангельде, Бимбет и Кульжамал Майлина вместе с детьми. Глава семьи пообещал самым дорогим для него людям лучшие места. Соавтор сценария непростой кинокартины не знал, что судьба распорядится их планами совсем по-другому. Пришли с НКВД люди, потом говорят, квартира Майлина, а она говорит, да, Майлина квартира, где папа? А папа кино снимает, Каракастеке. Она говорит, ты что, девочка, обманываешь? Мы оттуда, да? Ну, ее, ну, оттолкнули, естественно, зашли, это, потом она, а папа, говорит, так только хорошо уснул.
Маме Домицер тогда было 12 лет. Юная Разия вместе с братьями и сестрой никак не могла понять, почему ее папу, который больше полугода трудился над фильмом, постоянно писал стихи и рассказы. Без объяснения причины на 3 дня забрали неизвестные люди. Свое обещание они не выполнили. В одно свидание, оказывается, она Бимбет Марин сказала, говорит, знаешь, что это, Жамал, приведи моих девочек. Мама говорит, это было что, говорит, это говорит, чтобы папу увидеть, мы до того соскучили. Пошли, вот все там пустили, сейчас на 5 минут, что ли, там свидание. Нет, отправили. И это свидание, так и это. И оказывается, вот это она увидела последний раз, когда его забирали. От беспощадного и неоправданного натиска советской власти семья Малиных рассыпалась. Жена врага народа оказалась за решеткой, их дети в казенных домах. За исключением одного из старших, который в годы Великой Отечественной попал в штрафбат, а потом погиб. Табитер знает, как ее маме было непросто расстаться с родителями, как она билась за сохранение их семьи. Всеми силами, будучи ребенком, пыталась оправдать отца, найти родных. В детском доме Разия спасла 5-летнего брата, который был настолько напуган и потерян, что хотел покончить жизнь самоубийством. Машина под названием «Власть» остальными колесами давила, но не сломала Майлиных. После 1937-го, примерно через 13 лет, семья, пусть и не в полном ее составе, но воссоединилась. На закате 50-х Бимбета Майлина реабилитировали. Домицер Сейитжанова никогда не видела его, но благодаря рассказам близких очень хорошо представляет, каким он был. Он очень такой спокойный, всегда сидит, шашн вот так крутит вот, волосы и писал. Детей он вообще любил, говорит, всегда это халхам, это очень вежливое, ласковое слово детям всем. Всем говорил, что вот вас выучу, в Москве буду учить. Врачи, педагоги, работники кино и не только. Дети Бимбета Майлина, как он и мечтал, получили хорошее образование, выросли и создали свои семьи. У писателя больше 100 внуков и правнуков. Они живут в разных городах страны, но очень хорошо знают непростую историю их семьи. А еще помнят и гордятся своим выдающимся предкам. Такой мы увидели эту неделю. Информационная служба МТРК продолжает находить для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами. Новости будут, и пусть больше будет хороших.